Ну, во-первых, это, безусловно, связано с криминализацией общества. Это есть, безусловно, большая объективность, составляющая в этом. Ну и, может быть, в какой-то тоже и статус. Я хочу немножко пошутить. Знаете, вот в Колумбии, я разговаривал с одним колумбийцем в Америке. Он мне говорит, я говорю, ну там же вот наркомафия. Он говорит, что наркомафия, там все нормальная страна. Мы прекрасно богатые живем, говорит, и близко этих наркодельцов не видели. Но просто считается, что у тебя есть деньги, и твоей семьи есть какие-то средства, то твоей жене выйти на улицу без охранника неприлично. Я надеюсь, что ответ, так сказать, отвечает на ваш вопрос. Я понял. Ну вот вы без охранника можете сегодня прогуляться по ночной Москве? Я-то с удовольствием, но они меня не разрешают. Я-то вообще, в принципе, иногда сбегаю от них, но они меня не разрешают. Говорят, вот нельзя, я тут не знаю. Знаете, как служба безопасности. Вот, вы подчиняетесь службе безопасности или они вам? Ну, они-то не подчиняются, но как бы вот все равно вот сложно без них куда-то выйти. Есть какие-то правила, есть какие-то инструкции. Ну, иногда, конечно, мы их нарушаем. Спасибо большое.